Спасибо. Стоп, а раз сегодня контроша? Блин, еще и на втором уроке. Да какой там готовился? Я вчера до двух ночи рейтинг сливал. Кэрри, ты там встал уже? Да, я встал, одеваюсь. Да придумаем что-нибудь. Вон, у Анжелики спишем. Кстати, она придет? Отлично. Ну все, давай. Так, пока что все прям идеально. Так вот, что с контрошей делать? Кэрри, блядь, ну ты где? Иду, иду. Всем доброе утро. Мама обиделась, что ты долго спускался и ушла. Давай, садись быстрее, если не хочешь еще и папу разозлить. Оу. А че у нас на завтрак? Хэви, что ты себе позволяешь? А... Почему ты спускался так долго? Что? Да я не хотел, в смысле, что? Чего ты добиваешься? Чтобы он остыл? Остыл? Кто остыл? Как кто? Пирог! С днем рождения! Блин, пирог с Халком! Посрадай! Ух ты, мой гомункул пугливый! Надеюсь, это лет 5 уж как не прокатывает. Я бы сказал, лет с 5. С днем рождения, Хэви. Так, ну давайте жрать. Тебя с глазом или с ухом? С глазом! Кто-то ест Халк глаз! Халк ослеп, наверное. Подавился Халк. А кто-то сейчас получит первый подарок. Здорово блестят, правда? Они титановые. Титановые... Титаны-то круто. Это охрененно. Они идеально подходят для первого пирсинга. Пирсинг? Это мои первые украшения. Мне подарил их Чес. Ди их тоже носил. Теперь они твои. И не бойся, пирсинг это не больно. Почти. Ты теперь совсем взрослый. Они прекрасно будут на тебя смотреться. Ты только выбери, что будешь прокалывать. Соски прокали. Они дольше заживают. Спасибо, очень круто. Я пока их здесь оставлю, а то я уже в школу опаздываю. Эх, ну ладно. Мы, правда, тебе уже забили процедуру на 9:00. На 9:00 утра? Не переживай. Если мы не будем медлить, ты обязательно успеешь на второй урок. Да, но даже если опоздаешь, ничего страшного. У тебя ж там ничего важного нет. Контроль там или еще что. Вот эту можно? Нет, это уже слишком. Ну, мам! Нет. Ну, пожалуйста. Здорово, дантист. А вот и пациент прибыл. Так, вы определились или как? У меня уже клиенты по записи пришли. Вы тут не одни. Вы даете согласие на пирсинг дочери или нет? Нет, я не даю согласия. Ну, мама! Нормальная мать не позволит своему ребенку уродовать себя. Че, тоже пришел своих уговаривать? Дохлый номер. Да вообще-то они сами меня сюда привели. Пиздишь. Кстати, Хэви, если хочешь себе язык проколоть, то вот эти украшения не подойдут. Но мы тебе штангу отдельно докупим, не боись. Удочерите меня! Я буду звать тебя мамой! Заберите меня к себе! Ну чё, пациент готов? Готов, король бобров! На что прокалывать-то будем? А какой пирсинг дольше всего делается? Дольше всего? Дольше всего член на 4 части разрезают. Называется цветочек аленький. Ладно, давай по классике. Брови или уши? У-у-у.
А зачем скальпель? Да это так, лохов пугать. Ну чё, глянь, может правее или левее? А можно вот чуть ближе к центру? Говно вопрос. А теперь, пожалуйста, чуть дальше от центра. А теперь вот что-то среднее между тем, что вот было, вот по центру и чуть левее. Пацан, ты что, время тянешь? Нет, нет, нет. Ну тогда доверься профессионалу. Я все по красоте делаю. Доктор, мы его теряем. Отрубился, что ли? Отлично, у меня как раз лидокаин кончился. Мам, он приходит в себя. О, Хэви, проснулся? Убери это. Ну что, поздравляю. Если меня после этого не вызовут в школу, я расстроюсь. Вау. Да, это ты говори поменьше, а то у тебя язык проколот. Опять купился. Ну что, Глам, там еще долго ехать? 11 минут, может 12. А сколько сейчас? 9:32, на контрольш не успеваешь. Так не плачь. Че, Ленс, ты фоткаешь? Не, это для Лив. Она меня добавила, прикинь. Кстати, она еще и на ДР ко мне сегодня придет. Ты не знал? Она тебе не сказала? Только не плачь.